Каков архитектурный облик Тараза? Какова готовность древнего города встречать гостей? Насколько развито градостроительство в области? Эти и другие вопросы были рассмотрены сегодня на очередном аппаратном совещании под председательством акима области. В ходе аппаратного совещания руководитель областного управления архитектуры и градостроительства отчитался о проделанной работе за прошедший год. В частности, о ряде объектов, строительство которых завершено. Согласно предоставленным данным, для этих целей было потрачено 2 миллиарда 345 миллионов тенге. В текущем же году данная сумма составила 2 миллиарда 710 миллионов тенге. Однако, несмотря на увеличение суммы, прогресса в данной сфере не наблюдается. Так, состояние дорог, соединяющих восточную и западную въездную арку в город, оставляет желать лучшего. Состояние улиц Толеби и Жамбыла, трасс в направлении Шымкент-Алматы, которые считаются транзитными, остается неудовлетворительным. Мы наблюдаем старые здания, а также здания, построенные в разных стилях. Стоит отметить, что для исправления пробелов и недочетов из бюджета была выделена дополнительная сумма в размере 311 миллионов тенге. В частности, в целях улучшения архитектурного облика нескольких улиц города. Причиной тому является... Одной из причин является разрешение на строительство без проведения предварительных работ и отсутствие регламента, который не был предусмотрен. Как выяснилось, впоследствии для проекта был выделен участок, не соответствующий требованиям. В связи с чем слишком близкое расположение зданий к многоквартирным домам вызывает ряд трудностей и неудобств как для жителей, так и для пешеходов. Кроме того, облик города портят и бросающиеся в глаза засохшие деревья. Некогда одного из самых зеленых городов, сказали здесь и засоренные арыки. Я не говорю обойти все населенные пункты, но 3 города посетить надо. Те, что за пределами красной линии. Каратау, Жанатас, Шу, Тараз. Что здесь делается? В ходе заседания была озвучена приятная новость для горожан. Так, в этом году будут сданы в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, строительство которых завершилось. По итогам мероприятия был дан ряд конкретных поручений. Асель Медеттега, Серик Тажибаев, 77 News.